Привет, друзья. Непривычная картина. Да, на какое-то время и к нам зима пожаловала. Основные строительные работы добрались и до территории бывшего склада, который располагался рядом с путепроводом через Курское направление Московской железной дороги в районе платформы Покровская. Бетонный забор уже наполовину снесли и начали углублять землю, примерно на метр.
Теперь активная работа видна по обеим сторонам путепровода. Всем спасибо за просмотр.